канал Сыр Фокс. Хотел бы рассказать про оснастку удочки поплавочной для ловли на течение. Сегодня собираюсь как раз на выход, на ловлю в проводку, на небольшой речушке. Вот. Первое, что вам стоит обратить внимание, это удилище, на которое вы будете ловить. Удилище варьируется по длине от 4 до 7 метров, в зависимости от того, где вы будете ловить. Это или большая река, Ока, Волга и так далее и тому подобное. Или маленькие речки, где достаточно, в принципе, 4-5 метров, в принципе, более чем за глаза. Я ловлю вот на стандартное 5-метровое. Далее выбираем катушку. Катушка у меня здесь 3000-ник стоит. Больше не имеет смысла ставить. Можно ставить и 2, и 1000-ники, то есть в зависимости от того, что вы будете ловить. Я поставил 3000-ник. Леска основная стоит 0,23. Также выбирайте в зависимости от условий, места и рыбы, которую будете ловить. Я ставлю, как правило, от 0,2 и до 0,25. В зависимости от того, где я ловлю. Если это большая река, то я увеличиваю толщину, потому что там, как правило, иногда залетают довольно-таки крупные экземпляры. Ну и условия ловли довольно-таки тяжелые. Вот. Далее нам пригодится поплавки. У меня небольшая коробочка такая есть. Вот они. Поплавки выбираем круглого сечения. Вот такого. Я ставлю от 2 до 5 грамм. В зависимости от места ловли. Сейчас я поставлю 3-граммовый вот такой с антенкой. Эти убираем. Есть крупные поплавки. 5-8 грамм. Но это уже для ловли на больших реках. Вот они у меня также присутствуют. Выглядят они вот так. Для сравнения. Крупный поплавок ставится на сильное течение, на быстрое течение, на большие груза. Ставим вот такой поплавочек, 3-граммовочка. Дальше нам понадобятся кембрики для оснащения поплавка. Поплавки продаются, как правило, или такие пустые, или же вот здесь бывает одна маленькая штучка кембрик. Бывает вот такой маленький кембрик. Как правило, я их догружаю, ставлю еще дополнительно. То есть продаются в магазинах вот любые наборы вот такие с кембриками. То есть где есть разнокалиберные кембрики для оснастки тех или иных поплавков. Мы сейчас выберем для нашего поплавка и поставим на него дополнительную нагрузку. Я ставлю 2-3. Для того, чтобы поплавок при подсечке не убегал уровнем выше или ниже. То есть убираем. Получаются вот такие вот три. Сейчас пропустим лесочку. Через него. Здесь на поплавке сверху есть вот такое вот ушко небольшое. Не знаю, видно, нет. Через него пропускаем леску. Открываем скобу. Снимаем колпачок. Леску пропустили, сейчас одеваем поплавок, снимаем все кембрики, укладываем на столик. Пропустили леску, ловочек, вот лесочка прошла, поднимаем выше. Далее нам понадобится набор грузил, такой калиброванный, можете использовать любой доступный. Так. Для ловли на дальних дистанциях я использую грузило наборное, то есть в виде пуля для дальних забросов на дальних дистанциях, 10-15 метров. Для ловли там буквально до 10 метров я использую обычные круглые груза.
достаем. Ну, вот так выглядит это в сборе. Это не грузки. 3 грамма. Далее мы на леске вяжем петельку. Вот такую петлю делаем. Оп. Оп. Раз, два, три. Подзатягиваем. Убираем. Так, вот так у нас груз, петелька, соответственно, сам поплавок. Далее, это мы лишнее убираем. Далее у нас идет леска. Поводковую леску я использую разных фирм. Также в зависимости от места и условий ловли. Как правило, на маленькой речке достаточно будет диаметра 0,12, максимум 0,14 мм. То есть даже крупная, в принципе, рыба, там до килограмма, на 0,12 я ловил до 2 килограмм. Подлещика, личика, карасика до карась до килограмма, подлещик до 1,5 кг, леска 0,12 спокойно с этим справляется. Сейчас мы возьмем леску 0,14. Можете использовать совершенно любую леску, какая у вас есть. В принципе, все зависит от кармана, от кошелька. Поводковая леска будет использоваться 0,14. Далее берем крючки. Вот такой небольшой наборчик у меня крючков есть. Вот. Опять же, от условий ловли зависит размер и от рыбы, которую будете ловить. Отсвечивать не видно, да? Я буду ловить на опарыш и мотыля. Поэтому я, в принципе, крючок крупный ставить не буду. Идет у меня вот такие вот десяточка. Десятый номер. Рыба не крупная. Где-то до грамм 700, до килограмм максимум. Выставим крючок. Это маленький. Далее разматываем леску и делаем поводок. После такого привязали, завязали поводочек. Поводок я делал где-то сантиметров 70-80. Вот оно по длине. Здесь также идет петелька. И также идет крючок. Дальше идет соединение петля в петлю. Все, соединили. Все, удилище готово. Закрываем скобу. Леску подматываем. Здесь застегиваем. Вот здесь подкрутили. Крючочек пох. Все, удилище готово. Если видео было полезно для вас, ставьте палец вверх. Всем всего самого наилучшего. Увидимся. Пока-пока.